Всем привет! С вами снова КБ Загородная. Сегодня у нас такое необычное видео, небольшое. Значит, оно касается ответа на вопрос, что будет со счетчиком, если на него случайно придет две фазы. Такая ситуация возможна, если, скажем так, при монтаже электрики перепутали по какой-то причине фазу с нулем. По каким-то другим причинам это может быть, мы не будем вдаваться в подробности. Сам факт, важен сам факт, что будет со счетчиком при подаче на него напряжения в 380 вольт. Значит, для того, чтобы, скажем так, разобраться с этим вопросом практически, в качестве жертвы мы используем стенд на базе счетчика Меркурий 201. Подадим на него напряжение 380 вольт и посмотрим, что с ним произойдет. Сгорит ли его электроника, не сгорит ли, что и как поведет себя в данной схеме. Значит, для того, чтобы проверку произвести, я собрал такой стенд. Это два автомата, самый маленький номинал на 3 ампера. Собственно говоря, сам счетчик. И в качестве нагрузки две последовательно соединенные лампы накаливания. Значит, лампа накаливания, к сожалению, у меня в большом дефиците. Вот. Поэтому они разной мощности, гореть они будут по-разному. Значит, сейчас это все подключено в 220 вольт. При этом, естественно, лампочки горят в разный накал, так как они разной мощности. Вот. Значит, при подаче сюда 380, на каждой лампе будет падать по 190 вольт, ну, что близко к нормальному значению. Для меня зимой вообще это значение мечта сети, вот, потому что бывает 140. Вот. По крайней мере, как бы лампочки будут гореть так, как им практически как им положено. Давайте попробуем. Значит, подключаем все это дело к 380 вольтам. Давайте замеряемся. Ставлю я щупы. Так, поставил 371,4 вольта. Так, идем на стенд. Соответственно, на стенде 71,1. Давайте попробуем включить, посмотрим, что будет. Значит, напоминаю, счетчик обычный, однофазный. Вместо фазы и ноля на счетчик подано две фазы. То есть мы сейчас можем посмотреть. Везде. На одной и на второй загорается индикация фазы. Это вот эта вот лампочка. Везде фаза. Так. Включаем. В качестве нагрузки наши лампочки, да? Ну вот, никаких вроде бы проблем с включением нету. Дыма нет, треска, шума, горения нет. Так, ну все прекрасно работает. Счетчик моргает периодически. Проблем никаких абсолютно не наблюдается.